Maxi Markets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Maxi Markets используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 1 мая. Вы смотрите ежедневные обзоры прогноз рынка от Maxi Markets. Напоминаем, что завтра выйдет новость, которую ждут все трейдеры мира – NFP. Возможность высоких заработков в короткие сроки делает NFP лучшим моментом для входа в рынок. Maxi Markets предоставит всем клиентам 100% страховку на сделки, открытые в этот день. Все, что осталось сделать вам, это открыть сделку и заработать. Для получения страховки свяжитесь с представителем компании. Последний торговый день месяца оказался максимально насыщенным событиями и сюрпризами на валютном рынке. В первой половине дня пара евро-доллар снижалась в ожидании выхода данных по уровню инфляции в еврозоне. Участники рынка опасались, что рост цен по-прежнему будет оставаться низким, и Европейский центральный банк будет вынужден принять решительные меры в ближайшем будущем – начать покупку активов или понизить процентную ставку. Вышедшие данные показали, что индекс потребительских цен вырос в апреле на 0,7%, что оказалось лишь немногим хуже предварительных прогнозов. На фоне волнений инвесторов относительно дефляции в еврозоне апрельский рост цен оказал существенную поддержку единой европейской валюте, и пара евро-доллар значительно выросла. Дальнейшую поддержку восходящему тренду по евро оказал разочаровавший инвесторов отчет по ВВП США, показавший рост экономики Америки всего на 0,1% за первые три месяца 2014 года. На фоне этих данных евро-доллар завершил торговую сессию на уровне 1,3870. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное движение валютной пары евро-доллар к уровню 1,3850, после чего возобновление восходящего движения и попытку преодолеть сильный уровень сопротивления 1,3880. В случае пробоя этого сопротивления для евро-доллара будет открыт путь к уровням 1,39 и 1,3930. В отсутствие важных макроэкономических новостей из Великобритании, британский фунт находился на торгах в среду в зависимости от релизов еврозоны и Америки. И поэтому практически полностью повторил динамику европейской единой валюты. Очень слабые квартальные данные по ВВП США позволили фунт-доллару установить новый многолетний максимум. Пара коснулась отметки 1,69. Публикации протоколов заседания Федерального комитета открытого рынка ФОМС не преподнесли дополнительных сюрпризов. Регулятор объявил об ожидаемом сокращении стимулирующей программы покупки активов на 10 миллиардов долларов. После некоторой коррекции валютная пара фунт-доллар завершила торговую сессию на уровне 1,6875. В нашем прогнозе на четверг предполагаем коррекцию пары к уровням 1,6850 и 1,6830. Продолжение восходящего тренда позволит фунт-доллару протестировать новый максимум – 1,69, установленный на торгах в среду. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на четверг. Высокая волатильность на валютных рынках в среду изменила ситуацию по драгоценным металлам. Краткосрочная поддержка по золоту находится теперь на уровне 1287 долларов 50 центов за тройскую унцию. Пробой этой поддержки откроет металлу путь к уровням 1283, 1281 и 1277 долларов за унцию. Ближайшее сопротивление золота расположилось на уровне 1294 доллара. В случае восходящего движения дальнейшим сопротивлением для металла станут уровни 1296, 1299 и 1303 доллара за тройскую унцию. Ближайшая поддержка по серебру после торгов в среду переместилась на уровень 19 долларов 6 центов. В случае пробоя этой поддержки серебро может продолжить снижение дальше к ценовым уровням – 19 долларов и 18 долларов 80 центов за унцию металла. Краткосрочное сопротивление серебра находится на уровне 19 долларов 25 центов. Его пробой позволит металлу протестировать уровень сопротивления – 19 долларов 35 центов и 19 долларов 48 центов за унцию.
Австралия, Китай, Великобритания, Канада и США публикуют апрельские показатели деловой активности в производственной сфере своих регионов. Кроме того, Австралия представит индексы экспортных и импортных цен. В Великобритании выйдут данные объемов потребительского и ипотечного кредитования, объем займов частным лицам, а также количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита. А в статистике из США выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице, производственный индекс ISM, а также изменение уровня расходов населения за март. Кроме того, в этот день состоится выступление председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Япония в четверг представит сразу несколько показателей. Производственный индекс деловой активности за апрель, предварительные данные объема промышленного производства за март, изменение объема заказов в строительном секторе и объем закладок новых фундаментов под строящееся жилье за март, а также индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.